Внешний вид очень важен для знаменитостей, поэтому они стремятся выглядеть привлекательно. А для девушки лучший способ выглядеть привлекательно – сделать грудь побольше. Сегодня мы расскажем вам о российских знаменитостях, которые увеличили грудь. У Даны Борисовой от природы была маленькая грудь, и к тому же после рождения дочери она сильно деформировалась. Поэтому Дана обратилась за помощью к специалистам. Звезда открыто заявляет, что сделала операцию, и теперь является счастливой обладательницей роскошного бюста. Был 75А, но практически нулевой. А сейчас это получается? 2,5-3. Я не вижу смысла ничего скрывать. Ирина Дубцова тоже комплексовала по поводу маленькой груди, поэтому решила увеличить ее. Так вместо первого размера в декольте Ирины появился третий. Актрисе Анне Хилькевич приписывают операцию по увеличению груди. Сама звезда это отрицает, уверяя, что ее бюст кажется больше из-за любви к облегающей одежде. Однако поклонники и журналисты продолжают настаивать на своем. Ты делала себе пластические операции? Да, одну. Правда. Блин, а твои подписчики в Инстаграм в этом знают? Да. Там же наверняка споры. Да, знают. Один раз я написала. Виктория Боня тоже отрицает, что обращалась к специалистам. Но эксперты отметили, что грудь звезды «Дома-2» все же увеличилась, если сравнить ее с архивными фото. Певица Юлия Началова призналась, что после родов звезда подкорректировала формы, но это привело к психологическим проблемам. Певица не могла избавиться от мысли, что на ее теле чужая грудь. В итоге она решилась на обратную операцию. Актриса Анастасия Заворотнюк не афишировала сделанную мамопластику. Тем не менее, эксперты утверждают, что операционное вмешательство очевидно. Формы актрисы увеличились на пару размеров, да и сами импланты слишком заметны. Кого-то новая грудь делает привлекательнее, а кто-то перебарщивает с размером и формой. Но делать пластику или нет – дело личное. А вы бы решились на операцию по увеличению груди? Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного!